Парламенты Крыма и Севастополя подписали соглашение о сотрудничестве. Во вторник, 24 декабря, торжественная церемония прошла в стенах законодательного собрания нашего города. Представители двух субъектов отметили, что соглашение направлено на развитие регионов, а также приведение некоторых законопроектов к единому образцу. В качестве примера взаимодействия можно рассмотреть необходимость синхронизации законодательства в области льготных перевозок, льготных категорий граждан. Все же знают, что у нас по территории Севастополя льготники имеют право бесплатного проезда, но, к сожалению, когда они едут на работу либо на учебу в соседний регион, в Крым, они платят. Вот здесь, я думаю, если мы вместе с коллегами поработаем, то придем к одному знаменателю. Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов подчеркнул важность взаимодействия двух субъектов. Нам нужно синхронизировать законодательство, например, вообще работать более тесно с новой командой. Мы же определили, что посредством комитета мы эту работу организуем, чтобы все наши законопроекты, они друг с другом сочетались.